у меня начинается сессия, и, к сожалению, потом у меня не будет уже столько много времени. Поэтому снимаю, чтобы было это видео. И сразу я начну с декоративной косметики, потому что в косметике по уходу у меня как-то не было особых фаворитов в этом месяце. Пользовалась, да пользуюсь. Я в основном пользуюсь тем, чтобы уже закончить быстрее что-то и купить им что-то новое. Ну, в принципе, из декоративной косметики у меня тоже много таких продуктов, которые надо быстрее уже закончить. Итак, первое — это пудра от Yves Saint Laurent, сердечко всем знаменитое. У меня эта пудра, я вам хочу сказать, что вот в месяце мая ей ровно год исполнился, как видите, вот столько я ее использовала, при том, что это у меня единственная компактная пудра, то есть я ее обычно с собой ношу, я ее каждый день, а то и по нескольку раз в день использую, естественно, я наношу ее довольно плотным слоем, но вот почему-то у меня все вот эти вот продукты для лица у меня не очень так медленно заканчиваются, это касается и тональных основ, и пудр, не знаю почему так. И использую я в основном ее кистью, то есть я ее использовала и на тональной, она прекрасно ложится, я ее использую вот сейчас, весенний-летний период, естественно, я ее использую без какого-либо тонального, потому что он не нужен, я его ощущаю, а пудра вообще неощутимая на лице, прекрасно матирует, прекрасно держится в течение дня, у меня она совсем не сползает. Следующее, это то, чем я наносила эту пудру, это, естественно, кисть Dior Powder Foundation, вот такая кисть, тоже всем известна, это уже мой must-have, не просто фаворит, это действительно must-have, потому что кисть это просто замечательная, я не знаю, как по сравнению с MAC или Make Up For Real, потому что я не пробовала, у нас их нету, этих кистей, но то из чего я вот пробовала всех кистей для пудр, это кисть самая замечательная, и, конечно, у нее есть некоторые недостатки, это то, что она лезет, да, она при том, как мы ее моем, или при том, как, допустим, когда я ее купила, она лезла, да, она лезла довольно-таки сильно, но сейчас она уже практически не лезет, вот даже я сейчас вот так вот делаю, то есть уже ничего не вылазит, может, вылезло то, что должно было вылезти с нее. Ну и следующее, это новенький мой вот такой Mineral Fluid Concealer от Art Deco. Вот такой. Что я хочу сказать? И вы видели в моих предыдущих видео, что у меня был такой серебристый консилер. Я говорила, что он немножко сушит кожу. Вот этот вот минеральный консилер, во-первых, у него больше граммаж. Здесь 3,5 мл идет. Во-вторых, он жирнее. То есть вот для более сухой кожи вокруг, вот здесь вокруг глазок, он подойдет. Он более плотный, чем тот консилер. И он намного лучше маскирует всякие недостатки. То есть я думаю, что теперь это станет также моим must-have-ом. Он стоит около $20, кажется, у нас, но он действительно очень хороший, он мне очень нравится. У него вот такая вот кисточка, у меня в цвете 4, там что-то ванила, кажется, оно что-то так вот называлось. Там есть и другие оттенки, но вот этот мне больше всего подходит, и он мне безумно просто нравится, я его использую вот сейчас, когда не хочется, естественно, тонального крема, но если какие-то есть неровности, я использую вот там, где поры, например, или там, где какие-то у меня несовершенства кожи появляются, и, естественно, подглазки абсолютно не сушат, просто идеально держится в течение дня, и то, что мне нравится, что он, как предыдущий, не забивается абсолютно в складки, поэтому я советую всем вот этот вот консилер попробовать. Следующее для лица, это были, я в каком-то видео про макияж, кажется, говорила, что я вернулась к вот этим румянкам, у меня им уже больше года, наверное, у меня в цвете 06 Taint Dark Warm Pink, Golden Skin Tone, вот такие вот они, такого цвета загара, но с розовым, больше, чем с желтым подтоном, то есть они совершенно не желтят, и, в принципе, довольно хорошие румяна, они и сейчас на мне, мне они очень нравятся, они не сползают в течение дня, они хорошо тушуются, в принципе, хорошие румянки. Следующее, это для глаз, естественно, я использовала в этом месяце базу от MAC, мне она очень нравится, не перестаю ее хвалить, она мне очень нравится, тем более сейчас, когда, допустим, утром встаешь, и веки немножко жирноватые, она вот эту жирность впитывает, она убирает, и, естественно, никакие тени на ней не скатываются, цвет у меня Soft Ochre, вот столько я ее уже использовала, то есть прилично уже использовала, потому что видно, что продукт мне нравится. Использую абсолютно каждый день, и пока что даже не возникает желания попробовать, тот же у меня лежит Too Faced или Urban Decay. И следующее для бровей у меня, естественно, фаворитом был Brow Box Brown Sugar цвет.
вот такой сундучок замечательный от Urban Decay. Я пользовалась на вечер более темным цветом, на день я пользуюсь вот этим вот цветом. Очень нравится, безумно хорошее качество, не скатывается в течение дня, там не убирается как-то. Очень нравится и выглядит очень-очень натурально. Следующее, это два карандаша. Я подводкой в этом месяце практически вообще не пользовалась. Если пользовалась, то буквально для вечернего макияжа раза 2-3, где-то вот так, не более. В основном даже в вечернем макияже я использовала два карандаша. Один это карандаш от Art Deco, водостойкий вот такой. Я говорила, что мне очень-очень нравится. На лето это просто незаменимый карандашик. И я думаю, что не стоит отдавать там в 2-3 раза дороже за карандаш, допустим, люксовый, если можно взять вот этот вот от Art Deco, он ничем не хуже, и дизайн у него тоже очень красивый, то есть такой вот элегантный, к сожалению, остался маленький кусочек, естественно, этого не видно уже, но в моих предыдущих видео это можно увидеть. И следующий карандаш, это от Dior, у меня в цвете 099 Noir Black, Crayon Hall. Вот так он выглядит, я его использовала практически каждый день, сейчас он тоже на мне, подведено нижнее веко. Карандаш держится на водной линии очень хорошо. Я подвожу верхнюю водную линию и нижнюю водную линию. Но вот само вот это вот наверху, надо взять другой, наверное, вот карандаш, который с растушевкой, тот, я помню, был немножко мягче. Этот более жесткий, и его трудно, не то что трудно, но он немножко царапает веко. А вот как в качестве подводки вот этого водной линии, то замечательно подходит, тоже очень люблю его. И следующий, это однозначный фаворит, который я использовала каждый день просто для макияжа. Может, было буквально пару дней, которых я не использовала эту палетку, то есть, ну, чтобы как-то разнообразить, но все равно я к ней возвращалась. Это палетка Naked Eye от Too Faced. Вот эта палеточка, я просто без ума от этой палеточки, именно для дневного макияжа. Я даже лучше ничего не встречала, хочу вам сказать. Даже у меня есть тени от Guerlain, у меня есть тени от Dior, но вот этой палеточка у меня не было еще никогда, так что я одной палеткой пользовалась прям в течение всего месяца, одно и то же, и мне просто-напросто не захотелось менять ее. Вы видели, что у меня есть и другие новые палетки, но вот это самая-самая лучшая палетка, она мне очень нравятся цвета, как они на день смотрятся, и вот эта тенденция сейчас макияж без макияжа, это просто идеальная naked палетка. И очень нравится она мне. И дальше для глаз это была тушь от Bourjois Volume Max Glamour. Вы знаете, что я ее хотела быстрее уже закончить, она действительно осыпается. Вот сейчас я уже последний день ее просто накрасила, и она действительно вот осыпается даже при нанесении. Раньше, если она осыпалась в течение дня, то сейчас она просто при нанесении уже осыпается. Вот эти вот черные точки надо постоянно смотреть. В принципе, тушь хорошая, но вот это, если бы не этот ее минус, конечно, то, что ее отличает от люксовых, например, тушей. И для губ у меня было 4 фаворита. Вот такие вот. Ну, это бальзамчик на день. Я использовала Lipay Sankey SPF 25. Я использовала абсолютно под любые помады блески, его просто в качестве SPF защиты. Следующее я использовала, я пересмотрела свое мнение об вот этом вот бальзамчике Plant System. Так, значит, это с ванилью у меня и с органовым маслом. Вот так он выглядит, мне очень нравится дизайн. Вот эти вот коробочки, именно вот картонные, мне очень нравятся, они такие, ну, миленькие. И вот так этот бальзамчик выглядит. Я вам говорила в прошлом видео, что он мне не понравился. Да, на период весна, ранняя весна и зима вообще не подходит, потому что он, не то что он сушит, но он подчеркивает все шелушения на губах, под помаду его никак нельзя использовать, даже вот сейчас в это время я его под помаду не использую. Он дает именно матовый финиш, если, например, вот обычные бальзамы и всякие там помадки гигиенические, они дают именно глянцевый блеск, этот дает матовый финиш просто. И я его использую на ночь, он очень хорошо смягчает губки, но то, что вот сначала идет именно, он подчеркивает шелушинки, а потом вот за ночь он их как-то так вот восстанавливает. Но буду пользоваться, в принципе, сейчас можно им пользоваться на ночь. И два блеска, естественно, это нюд.
Первый это Art Deco Hydra Leaf Booster. Я не устану его показывать, не устану говорить, что аналогов этому блеску в люксе просто нет. Я не нашла, не знаю, как вы. Если вы нашли, то, пожалуйста, напишите мне. Вот этот блеск, он у меня уже тоже заканчивается. Здесь практически не набирается на спонже. Очень-очень нравится. И это мой must-have, это мой любимчик, который я ни на что не променяю пока что. Ну, по крайней мере, до того, как я не найду какого-то аналога. И последний мой фаворит, это был блеск Dior в цвете 216 Dior Addict Ultra Gloss Glow. Вот такой блеск, очень красивый дизайн, но мне не нравится, вот не знаю, многим нравятся кисточки, но мне блеска кисточки не нравятся. Они вот начинают, даже вот этот вот, дорогие блески, то есть Шосейда, это Dior, это Givenchy, например, да, блески. У них вот кисточки, у них торчат волоски, этого не видно будет на камере, но вот когда красишь, это, естественно, неприятно и неудобно. Я больше люблю все-таки спонжики, как вот у Art Deco, мне кажется, им легче намного наносить любой блеск, и они мягче как-то, кисточка вот в Dior, она жестковата все-таки для губ, мне кажется, но блески Dior, конечно, они самые лучшие в качестве стойкости. В плане того, что они абсолютно не липнут, они к ним волосы там не прилипают, они замечательно держатся. Да, есть красивые цвета, но они больше такие цвета в розовинку, в красное что-то идет и намного меньше вот таких нюдовых цветов. И последний фаворит, это, конечно же, духи Эскада, которые я использую каждый день, которые мне каждое утро поднимают настроение. На вечер я, естественно, их не использую, но вот на день просто обалденный аромат, я не устану их хвалить, они мне очень-очень нравятся, я просто без ума от этих духов и купила уже 100 мл большую баночку, потому что это лимитка весенняя, вернее летняя лимитка. Вот это все были фавориты, спасибо вам за внимание, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, очень рада, что вы смотрите мое видео и пока-пока!